продолжаем. Российские корабли начинают учения в Восточном Средиземном море. Они пройдут недалеко от побережья Сирии. Основная задача – это отражение возможной угрозы со стороны террористов. Основные тренировки пройдут на малых ракетных кораблях Черноморского флота «Зеленый Дол» и «Серпухов». Они вооружены крылатыми ракетами «Калибр», такими же, какими в 2015-м наши корабли ударили по террористам из акватории Каспийского моря. Также на учениях в Средиземном море отработают организацию связи, оказание помощи пострадавшему кораблю, а также перехват судна с террористами на борту.